за мужчины весовой категории до 74 килограммов Александр Сучков, Артем Филимонов. На третьем ковре победил Вячеслав Михайлов, Москва. Первый ковер и победа одержала Екатерина Сазонова, Тульская область. Александр Сучков, Уали Коржев.
Первый ковер и победу одержала Вера Латкова, Чувашская республика. На четвертом ковре бьет постоянный Хертен Москва. Вызываются на четвертый ковер Адель Абзалов, Приволжский федеральный округ, Нижегородская область, Михаил Даниилян, Южный федеральный округ, Краснодарский край. Готовятся Владимир Гладких, Альберт Монкуш, подгруппа Б, весовая категория до 57 килограммов. На второй ковер вызываются Красный округ, Аванес Абдарян, Старская область. Синий форме спортсмен из города Москва, Гамзат Хирмагомедов. На второй ковер готовится весовая категория свыше 100 кг. Адам Бутырев, Рамазан Сад. На третьем ковре победил Вячеслав Михайлин, Москва. Вызываются на третий ковер мужчины весовой категории до 74 килограммов, спортивная самбо под игру. Южный федеральный округ, Краснодарский край, город Армавир. В синей форме Вячеслав Михайлин, город Москва. Готовится Александр Сучков, Дмитрий Михайлов. Thank you.
четвертом ковре победил Магомед Ризванов, Северо-Кавказский федеральный округ, Республика Дагестан. Вызываются на четвертый ковер Сергей Кузнецов, Уральский федеральный округ, Свердловская область. Артем Гайбаев, Приволжский федеральный округ, Пензенская область. Готовятся полуфинальные поединки весовой категории до 57 килограммов. Саян Херны, Адель Акшалов. Первый ковер победу одержала Анастасия Чернина, Московская область. На втором ковре победу одержал Тимофей Мишин, город Москва. На первый ковер вызывается красный форме спортсменка из города Санкт-Петербург Анна Андронова. В синей форме Арина Рыкова, Красноярский край. Готовятся утешительные встречи 52 килограмма. Татьяна Цыганкова и Эльмира Романова. Второй ковер и полуфинальный поединок категории до 62 килограмм. Красный форме спортсмен Республики Алтай Эшер Кедер. Синий форме спортсмен из Нижегородской области Александр Салин. Первый ковер повторный вызов Анна Андронова, город Санкт-Петербург. Анна Андронова, первый ковер. Первый ковер. А победа присуждается Арине Крыкиной, Красноярский край. На первый ковер вызывается утешительная встреча 52 килограмма. В красной форме Татьяна Цыганкова, Брянская область. В синей форме Эльмира Кахраманова. Включительный финал второго дня.
весовая категория до 100 килограмм, мужчины. Очень именитые соперники, два заслуженных мастера спорта, два чемпиона, неоднократных чемпиона мира, Европы, Черноскулов, Альсим, заслуженный мастер спорта, верховый чемпион Европы. Михалин Вячеслав, Москва, самбо 70. Бронзовыми призерами в этой весовой категории стали Киселев Руслан, Москва, и Кургинян Эдуард, Краснодарский край. Итак, вы видите разницу в росте. Михалин Вячеслав выше своего соперника, выше Альсима Черноскулова практически на голову. Ни одного, ни второго это не смущает. Оба будут сражаться. Альсим вот вцепился в правую руку Михалина. Грузит ее вниз, не дает ей работать. Альсим часто может бороться, да, с захватом за два рукава. И вот в своей привычной манере, как сейчас, теснит на край ковра. Выиграл захват и теснит. Михалин, да, правильно изменил ситуацию. Развернулся спиной к центру. Но Альсим пошел опять, как трактор, к другому краю ковра. Сейчас, видимо, здесь повторится ситуация. Возможно, Михалин вновь развернется. Нет, Михалин сейчас... как на лыжах, что называется, выехал за ковер. Ну, тут вот опять такой момент спорный. Сам как будто бы не вышел, выехал. Но, тем не менее, за пассивное ведение борьбы был наказан. А вот в подхват уходит Михалин. Есть у него захват на... в верхнем отвороте, сверху отворот взял за воротник, что называется, и сделал попытку. И, соответственно, Альсима Черноскулова сейчас наказали за пассивное ведение борьбы, уравняли ситуацию по замечаниям. Олег Рочев, арбитр, Юрий Сафуддинов, боковой судья, Дмитрий Редин, руководитель ковра. Главный судья соревнования Алексей Лебедев, Москва. Подворота Михалин осуществляет, но такие имитации больше пугает. Посмотреть на реакцию Черноскулова, а тот стоит как вкопанный в землю по пояс, что называется, и не шелохнется. У него очень хорошая выдержка, очень хорошая устойчивая стойка. Вот сейчас он его, Михалина, развернул и сам теперь вышел. Михалин правильно, грамотно сыграл на краю ковра, поменял местами себя с Альсимом. Косой захват у Михалина есть, он его за собой вот пытается вытащить и тут же атакует назад подсечкой изнутри. Не отпускает Михалин пояс. Блок, выдергивал свой же блок. Сначала поставил блок, потом выдергивал захват Альсима. И тут же на этом перехвате Михалин, вот блок вынимается и тут же атака от Михалина. Правильно, очень правильная ситуация для атаки была подобрана. Выход за ковер у красного и 1-0, Михалин ведет предупреждение. Михалин пробрался к верхнему захвату, пропустил его Альсим сейчас. И этот прием, который мы называем стригунок. Конечно же, ложная атака в данный момент. Да, Михалин вот разводит руками. Не стали судьи строго относиться к Черноскулову на данную секунду. За эту ложную атаку наказывать не стали. Идет уже вторая половина встречи. 1-0. Бросок через спину с колен. Альсим выполняет. Выходит за край ковра Михалин. И даже понимает, что могут наказать, но не наказывают. Есть один рукав. Срывают захваты друг у друга ребята. Опять рвется к верхнему захвату Михалин. Прорывается пояс. Альсим тоже берет пояс. Бросок через голову с подсадом. С переходом на рычаг локтя. Защищается Альсим.
вот здесь через голову, да, с подсадом и рычаг локтя. Вновь Михалин берет захват сверху. Здесь Черносколов уже начал опять подгружать правую руку. Он одно время перестал это делать. Михалину стало комфортней. Опять стригунок. В партер перевел. Уже не ложная атака. Атака без оценки, но уже и не ложная. Пытается сорвать сейчас Черносколов, да, правую руку Михалина. Уже не пытается. Михалин держит два захвата. Хорошие для себя два захвата. Но Черносколов и сам готовит атаку. Я думаю, через спину с колен, мне кажется, хочет сделать. Вот, пожалуйста, да, была попытка через спину с колен. Бросок за ноги. Это движение действия в партере. Оно не оценивается вот здесь вот. Это все лежа. По-прежнему счет 1-0. 34 секунды до конца встречи. Есть верхний захват у Михалина. Срывается опять на стригунке Черносколов. Да, встает вопрос ребром. Еще одна ложная атака. Не наказывает судьи. Идет вперед Черносколов. Вновь неудержимо, как бульдозер. Бросок через спину с колен, конечно же, силовой. Без должной динамичной подготовки перед этим. Силовой очень бросок. Михалин достаточно высокий парень, его так тяжело, в общем-то, так бросить прямолинейно. 5-4-3 секунды остается. И Михалин Вячеслав возвращает себе звание чемпиона России. Спустя несколько лет, должен заметить. В прошлом году он был бронзовым призером, позапрошлым, по-моему, вообще без медали. Итак, Михалин Вячеслав, Москва, самбо 7, становится чемпионом России 2020 года в весовой категории до 100 кг. Альсим Черносколов завоевывает серебряную медаль. И завоевывает путевку на чемпионат Европы. Прошлогодний чемпион страны Киселев Руслан из Москвы и Кургинян Эдуард из Краснодарского края, заслуженный мастер спорта, становится бронзовым призером в этой весовой категории.